Здравия желаю. Сегодня, значит, продолжаем опыты. Показываем БГТ-инерциоид на базе мотора. Магнитный мотор на 124 ватта. Колесо-маховик. Сейчас посмотрим, запустим, как он работает. И какие, потом зарисуем, какие он дает коэффициент прироста, то есть какой КПД. Ставим реле на 0,1 секунды и на 0,4 секунды. Запускаем. Эта модель более интересная. Вот она пошла. Сейчас раскрутится, посмотрим, что она выдает. И какие есть затраты. Раскрутилось это довольно быстро. Сейчас мы померим, сколько потребляет. Так. Включим секундомер, онлайн-секундомер. Сижу, сука, так долго. Да иди твою мать. Ну это у нас с конца риски. Долго грузится, зараза. Полчаса, о. И так включили. Посмотрим, за сколько круг пройдет. Напряжение сейчас 3,75 максимально, минимально 1,75. 1,90, 1,72, вот по-разному. То есть по-разному идет. Минимально 1,72, максимально 3,70. Какое потребление, посмотрим. Сейчас круг пройдет, за сколько. Круг вот на счетчике, я смотрю. Я вот засек, отсюда вот засек с конца. Так как с риски не успел. В общем, получилось потребление у него, значит, такое, высчитал по секундам, 30 ватт, вот этот, потребляет система.
30 ватт. А сейчас посчитаем, какой же у него выход. А выход был, как вы видели, 3,75 максимум. А это один раз. И минимум 1,75. Значит, считаем. Так как известно, его мерили, это колесо замеряли, вернее, вот этот мотор, он потребляет, значит, 124 ватта. Так. Значит, 12 поделим на 3,75. Получаем 3,2 раза. Так. Дальше. 124 разделим на 3,2. 38,75. 39 ватт. Так и записано. 39 ватт. Округлим. И дальше 1,75 у него на минимум. 5,12 поделим на 1,75. Получаем 6,85. Теперь 124 разделим на 6,857. 18 ватт. Это 4 раза. Ну там по-разному, но считаем грубо 18, пусть. Помножим на 4. Итого 72 ватта. Плюс 39 тут. 111 ватт. А потребление 31. То 11 разделим на 31. Умножим на 100. 359% это у него КПД. 359% КПД полезное у него. 359%. То есть это как генератор. Как генератор, видите, не считаем, что он колесо крутит. Это не считаем, а просто пересчетка генератора. Если посчитать, что еще колесо крутит, там получается 1000, КПД 1000. Но это не будем считать. Потому что он здесь не используется ни на велосипед, ни никуда. Значит, 359. Сейчас зарисуем, чтобы вы поняли. В чем смысл? Так. Вот. Вот такой вот мотор магнитный. ММ напишем. ММ. И колесо тут от него. Большое колесо от велосипеда. Как маховик. Как маховик. И тут, значит, у него трансформатор. Выпрямитель. Выпрямитель. 4 ампера. 26 вольт. А тут у него реле. Поставлено 0,1. Включено.
Вот такая схема. Значит, здесь мотор, здесь потребление, вот. Тридцать один ватт сетевое, 31 ватт, а здесь мы получаем, вот выводим провода, вот отсюда вот можно выводить на батарейку. Вот тут еще надо повышающее устройство, мне идет с 0,8 вольт, начиная до 32, то есть можно поставить 14 и заряжать батарейки, или вот те вот батарейки. Батареек-то еще нет. Значит, тут вот на батарейку идет вот. Это пусть будет минус, тут плюс. Вот один вот с минуса, а вот второй с плюса. Вот так нарисуем образно. И вот у нас записано. Первый раз 39 ватт. Так. И еще. Я считал, сейчас посмотрим. Еще раз посчитать. 1,75 там. Значит, 12. Разделить на 1,75. 6,85. 124 потребляет. Вот этот. Это мне известно. Уже мерил 3 раза. Можете не предъявлять эти, как их называют. Кто хочет, пусть предъявляет. Мне это все равно. Разделить на 6. 57. 18. Ну я знаю. 17 ватт. Раз. 0,4 секунды. Значит, 18 ватт. 2. 18 ватт. 3. 18 ватт. 4. И вот тут перемножаем 18 на 4. 72. Можете проверить. Плюс 32. Ой, плюс 39. 18 умножить на 4. 72 плюс 39 с первого выхода. 111 разделим на 31. Помножим на 100. 358, как генератор. То есть эта система как генератор 358% КПД. А если как колесо движитель, как колесо для движения телеги, допустим, то там и 1000 будет. Так что еще мы не учитываем колесо, вращение колеса. Но здесь оно используется как... не используется для этого. Но оно тоже несет нагрузку на двигатель. Об этом не забывайте. Ну, то есть, как генератор 358%. То есть осталось, вот получим повышайку, вот сюда поставим. И вот будут батарейки, как я говорил, со старых ноутбуков. Соберем 2 батарейки большие. И может запускать это как автономная система, как макет автономной системы. Но это, видать, уже не за горами, как я понял. На этом кончаю. Заканчиваю репортаж. Продолжим, когда уже, значит, соберу батарейки, чтобы показать это все в автономном виде.
А то рептилоиды еще пока не верят. И пусть не верят, пока не покажем в автономном виде, покажем. Тогда они тоже не поверят. Ну да, будем приглашать к себе домой уже, чтобы они убедились своими глазами, этих рептилоидов.